Всем большущий привет! Вы на канале Верьемина, и меня зовут Тоня. Сегодня я подготовила для вас эффективную тренировку на самую проблемную область. Это зона бедер. Мы сделаем упражнение для внешней поверхности бедра, это ушки на бедрах, для задней поверхности бедра, это зона целлюлита, и для внутренней поверхности бедра, чтобы сделать ее более подтянутой и чтобы ноги не терлись друг от друга. Перед началом видео обязательно ставьте лайк под это крутое видео и пишите в комментариях, какая зона бедер у вас самая проблемная. А если вы хотите полностью преобразить свое тело, убрать лишний жир со всех мест, сделать красивые жестовые формы за счет мышц, то совсем недавно у меня вышла новая программа «Твое идеальное тело за 6 недель». В ней находится все, что нужно для идеального тела. Это и тренировки вместе со мной 5-6 раз в неделю на все проблемные области, кардио-силовые челленджи, будет весело, а также готовое меню на 6 недель с вкусными и сытными ПП-рецептами. В честь запуска программы сейчас действует огромная скидка в 900 рублей. Она действует последнюю неделю, поэтому не теряйте времени, переходите по ссылке в описании и приобретайте себе программу «Идеальное тело за 6 недель». Для тренировки я буду использовать вот такую вот фитнес-резинку тканевую. Если у вас нет, обязательно купите, она улучшит ваши результаты. Если у вас есть, то скорее хватайте и надевайте чуть выше колен. Ну что, вы готовы хорошенько поработать ради своей фигуры? Я включаю таймер. Первое упражнение у нас разминочное. Это приседание с махом в бок. Вдох, выдох. Обратите внимание, что мы делаем мах ногой только бедром, потому что вот так вот делать не надо, так у нас уже включается спина, а мы с вами должны проработать только бедра. У вас не получится сделать широкий мах, потому что у нас просто ограничен диапазон движения под таким углом. Поэтому сконцентрируйтесь на том, что вы чувствуете. Вы должны чувствовать напряжение в мышцах. Супер, есть! Ну что, разогрелись? Мы с вами переходим к следующему упражнению. Это приседание и выпад в бок, в одну сторону. Готовы? Итак, приседание, вдох, выдох, широкий шаг в бок, выпад. Также на вдохе, на выдохе встаем. Продолжаем. Не позволяйте вашим коленям заваливаться внутрь, наоборот, разводите их в стороны. Отлично, есть! Сделаем то же самое в другую сторону. Уже почувствовали напряжение в мышцах? Продолжаем. Спина всегда ровная. Итак, приседание. Выпад. Давайте. Если мы хотим получить тело мечты, мы должны поработать. Есть! Завершили! Далее мы с вами опускаемся вниз, в боковую полупланку. Будем делать махи. Итак, упор на правую сторону. Левой ногой выполняем махи вверх. Опять же вспоминаем, что у нас ограниченный диапазон движения именно в этом угле, поэтому ногу высоко мы не сможем поднять. Не помогайте себе спиной, чувствуйте, как у вас работают мышцы бедра. Еще, ногу на пол не опускаем. Уже чувствуем напряжение. Если у вас нет фитнес-резинки, можно сюда положить гантель. Отлично, молодцы! Далее в этом же положении мы будем делать махи вверх и вперед. Итак, встаем, мах вверх, вперед, вернулись вниз. Продолжаем. Помним, что делаем движение только бедром. Как бы тяжело ни было, если прям совсем тяжело, снимайте фитнес-резинку
делайте без нее. Главное, продолжайте. Еще чуть-чуть. Есть, завершили. Теперь мы с вами сделаем упражнение ракушка. Садимся на коврик, на бок. Соединяем согнутые ноги. Далее в этом положении на выдохе поднимаемся вверх, раскрываем бедра, чувствуем, как сопротивляется резинка. На пол не садимся. Выдох, вдох. Давайте, вы молодцы. Я точно знаю, что мы со всем справимся. Мы вместе, нам всем сейчас тяжело, но командный дух не даст нам сдаться. Итак, теперь мы с вами переворачиваемся в другую сторону и сделаем эти три упражнения, соответственно, в другую сторону. Встаем вверх, выполняем махи. Спина у нас зафиксирована, работает только бедро. Если прям тяжело-тяжело, можно поднимать согнутое бедро. Ну-ну-ну, еще. Есть, молодцы. Далее махи вверх и вперед. Приготовились. Поднимаемся вверх. Вверх, вперед. Вернулись. Четыре движения. Когда становится тяжело, просто вспоминайте свой идеал. Как бы вы выглядели, как бы вам было классно в этом теле. Не сдаемся. Все, молодцы. Следующее упражнение. Ракушка. Соединяем согнутые ноги. Приготовились? В этом положении раскрываем бедра. Чувствуем, как резинка сопротивляется, но мы сильнее. Как вы можете заметить, сейчас мы работаем над внешней поверхностью бедра, далее будем работать над внутренней поверхностью и в конце над задней. Супер, завершили! Следующее упражнение – разведение ног лежа. Садимся на пол. Теперь ложимся, прижимаем поясницу к полу, поднимаем прямые ноги вверх, на вдохе разводим ноги в стороны, на выдохе сводим их вместе. Чувствуем, как у нас напрягается внутренняя поверхность бедра. Руки можно под голову, и, конечно, в этом упражнении у нас еще напрягается пресс. Всегда прижимайте поясницу к полу. Есть! Завершили, молодцы! Следующее упражнение – плие с подъемом на носочек. Встаем. Ноги ставим пошире, гораздо шире плеч, носки врозь. Далее поднимаем правую ногу на носок, опускаемся в плие, колени в стороны, вверх напрягая ягодицы. Левую ногу на носок и повторяем упражнение. Чувствуем, как у нас растягивается внутренняя поверхность бедра. Когда мы поднимаемся вверх, она у нас сокращается и работает. Два главных условия – это ровная спина и колени смотрят в стороны. Есть! Завершили! Следующее упражнение – это плие, статика плюс подъемы на носочек. Остаемся в том же положении.
Теперь опускаемся в плие, колени в стороны. И в этом положении поднимаемся на носочек. Раз, два, раз, два. Продолжаем. Старайтесь удерживать себя внизу, потому что вот так вот, ну, любой сможет, согласитесь. А вот так, это уже нужно постараться. But I'm too scared of fame. I wish that I could listen to the voice inside me. A voice that always says, give it a go. Еще. Супер! Это хорошо, когда нам тяжело. Следующее упражнение – это скручивание по диагонали к ноге. Садимся на пол, вытягиваем правую ногу, левую сгибаем. Далее в этом положении касаемся пятки, то есть носок разворачиваем от себя, чтобы работала внутренняя поверхность бедра. Обязательно разворачивайте носок, иначе вы просто ничего не почувствуете. Пяткой вверх. Супер, молодцы! Это было жестко. Следующее упражнение – пружинка. Мы делали правой ногой, соответственно, мы поворачиваемся на правый бок, правую ногу вытягиваем, левую вперед сгибаем и правой ногой выполняем пружинку. Такие короткие подъемы вверх. Ногу на пол не кладем. Чувствуем, как у нас работает внутренняя поверхность бедра. Старайтесь поднять ногу повыше. Молодцы, теперь эти два упражнения нужно сделать в другую сторону. Переворачиваемся, будем скручиваться к левой ноге. Садимся. Итак, поехали, пяткой вверх. Кстати, если вас интересует отдельное видео для внутренней поверхности бедра, прям полноценная большая тренировка, то на канале очень много таких. Рекомендую, они все просто потрясающие, особенно последние. Вы будете чувствовать просто невероятную работу мышц. И результат будет соответствующим. Супер, молодцы! Ну как, почувствовали напряжение? Далее мы с вами делаем пружинку. Поворачиваемся на левый бок. Правую ногу сгибаем вперед, кладем на пол. И левой ногой выполняем пружинку. Так, кто задумался о том, чтобы бросить? Нет, ни в коем случае, осталось чуть-чуть. Есть, завершили, вы просто молодцы. Следующее упражнение, разведение ног лежа, как сейчас делали. Только еще добавим ножницы. Ложимся на пол, прижимаем поясницу к полу, ноги вверх, разводим, сводим и одновременно делаем перехлест, ножницы. Вернулись в другую сторону. Продолжаем. Вдох, выдох. Чувствуем внутреннюю поверхность бедра. Супер, это было последнее упражнение на внутреннюю поверхность бедра. Далее мы с вами сделаем ягодичный мостик на носочках. Переходим к тренировке задней поверхности бедра. Итак, поднимаем ноги на носочки. В этом положении поднимаем таз вверх, напрягая ягодицы и пресс. Расслабились, напряглись. Обратите внимание на положение корпуса. У нас получается ровная линия от коленки до плеча. То есть вот так вот таз не опускаем, поясница у нас ровная.
almost make me fall in love. Yeah, you. Есть, молодцы, завершили. Следующее упражнение. Супервумен. Можно надеть резинку, можно сделать так. Переворачиваемся, ложимся на живот и в этом положении поднимаем ноги вверх. За счет напряжения ягодиц и задней поверхности бедра. На выдохе вверх, вниз расслабили. Конечно, поясница тоже будет напрягаться, это нормально. Но сконцентрируйтесь именно на ягодицах и задней поверхности бедра. Есть! Следующее упражнение – пловец. Остаемся в этом же положении. Наша задача будет в том, чтобы поднимать ноги по очереди. Правую, левую, правую, левую. Ноги на пол не кладем, постоянно их меняем. Представляем, как будем купаться в море с нашей новой потрясающей фигурой. Ноги выше, выше, выше. Есть, молодцы. Далее быстро надеваем фитнес-резинку чуть выше колен и поворачиваемся на четвереньки. Теперь резинку под левое колено правой ногой. Делаем мах назад и в этом положении выполняем пружинку. Такие небольшие движения. На каждой пружинке сокращаем ягодицу. Нога обязательно прямая. Чувствуем заднюю поверхность бедра. Прорабатываем зону целлюлита. Еще, еще, еще. Есть. Теперь перевернемся, сделаем то же самое в другую сторону. Теперь резинку под правое колено. Левую ногу назад, прямую, делаем пружинку. Не сдавайтесь, впереди нас ждет еще два захватывающих упражнения. Итак, далее у нас мостик на одной ноге. Фитнес-резинку мы зацепляем за подошву и чуть выше колена. Опускаемся вниз, левую ногу вытягиваем. В этом положении поднимаемся вверх. Чувствуем, как у нас напрягается ягодица и задняя поверхность бедра. Можно резинку чуть-чуть пониже. Продолжаем. Прочувствуйте мышцы, почувствуйте, как они работают. Напрягайте их осознанно. Есть, теперь меняем ногу. Резинку зацепляем за левую ногу. Готовы? Поехали! Вместо резинки можно использовать, например, большую тяжелую гантель или стопку книг, или кота, что найдете дома. Есть, я вас поздравляю, снимаем резинку. Мы молодцы, похлопаем себе.
Ну что, мы с вами сделали шикарную тренировку. Как вы могли заметить, мы действительно проработали бедра сбоку, сзади и внутри. Это было жарко, это было хорошо. Если вы можете, делайте еще один круг этой тренировки для лучшего результата. Если вы не любите делать однообразные тренировки, заходите на мой канал, там очень много различных тренировок на все проблемные области. Мы с вами встречаемся в следующих видео и пока!